Привет, друзья! В этом видеоролике будем разблокировать Redmi 9C от Mi аккаунта. Разблокировать будем с помощью программы Unlock Tool. Итак, запускаем программу, авторизуемся. Переходим во вкладку Mediatek, нажимаем Unlock Bootloader во вкладке Generic. Подключаем выключенный телефон с зажатыми клавишами громкости и звук плюс, и звук минус. В этой же программе можно убрать Mi аккаунт. Я, к сожалению, не заснял этот процесс. В вкладке Xiaomi, думаю, разберетесь. Включите телефон, зайдите в настройки и включите режим разработчика. Для этого надо 8 раз тапнуть по версии MIUI. Потом возвращаемся назад, расширенные настройки для разработчиков и включаем отладку по USB. Совсем соглашаемся, нажимаем кнопочку ОК. По ссылке в описании скачайте архив, распакуйте его на C-диск. Снова подключите кабель к компьютеру. Разрешите отладку. И в папке GSI должны быть вот такие вот файлы. Ничего добавлять не нужно. Далее запускаете скрипт run.bat. Скрипт сам пропишет recovery, сам пропишет кастомную прошивку, сам перезагрузит телефон в нужный режим. Вам остается только ждать. Весь процесс занимает около 2-3 минут, потом первая загрузка около 5 минут, но результат того стоит. Я провозился с этим телефоном около недели, пока понял, в чем проблема, и в итоге сделал вам готовый набор вместе со всеми образами, вместе со всеми командами, чтобы вам было максимально просто обойти блокировку по Mi аккаунту, чтобы вам было максимально просто прошить ТВРП и кастомную прошивку. Надеюсь, вы это оцените. Поставите лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале. Итак, прошивка завершена. Проходим первоначальную настройку. Я слегка ускорил этот момент. Установите время и дату. Пройдите первоначальную настройку. В принципе, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в социальных сетях. Всем удачных ремонтов.